Добрый день, меня зовут Наталья Приходько, я выпускающий редактор журнала «Нация». Современный человек, активный пользователь интернета и зритель сериалов, привык получать информацию не так, как делал это в доинтернетовскую эпоху. Чтобы историю сегодня услышали, нужны яркие эмоции, нужен накал страстей и жизненная интрига, нужен супергерой, главный герой рассказа. То есть нужна не скучная историческая справка, нужна легенда номер 17, Т-34, либо движение вверх. Мы, команда журнала «Нация», планируем создать 100 лонгридов и 100 подкастов о русских супергероях, о людях, которые, несмотря на обстоятельства, подчас совершали невозможное. Биографии некоторых из них хорошо были известны в советское время, биографии других, к сожалению, замалчивались. Но все они – важная часть культурного кода. Но, к сожалению, большинство россиян сегодня не знают их истории и не знают их имен. За 10 лет работы мы в «Нации» научились рассказывать такие истории и возвращать в списки героев незаслуженно забытые имена. Наш проект «Русские истории, которые вы будете пересказывать» — это осовремененные биографии героев прошлых лет, судьбы которых могут стать предметом гордости, ролевой моделью для нынешней аудитории. А что значит «осовремененные»? Это созданные по законам сторителлинга. Есть конфликт, герой и мир вокруг них, удерживающие внимание до финальной точки. Истории, которые современник вольно или невольно примерит на себя и спросит: «А как бы я поступил? А смог бы я?» Вы спросите: «А кто может стать героем русских историй? О ком можно написать бестселлер? О ком можно рассказать такую историю, которая зацепит и читателя, и слушателя?» Мы можем рассказать, например, об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, о пловце Шаварше Карапетяне, который спас 20 человек из затонувшего автобуса, или о хирурге Владимире Демихове, создателе первого в мире искусственного сердца, и о многих других настоящих супергероях.